места преступления мужчина попытался скрыться, но по горячим следам был задержан сотрудниками постовой службы. Данный гражданин в ходе оперативно-розыскных мероприятий был нам задержан. Гражданина потерпевшая опознала. Содержимое сумки, сумка, телефона были найдены недалеко от места задержания. Дать какие-либо объяснения своим действиям мужчина отказался и только недоумевал, с какой стати его задержали. Сейчас в отношении него проводят следственные мероприятия.